Коммунальщики уже спилили два аварийных дерева. Вместо них на территории высадят ели. Ведутся работы по перекладке плитки в районе места, где автобус высаживает пассажиров. Анжелика Базунова поручила обустроить здесь полноценную остановку общественного транспорта. В газоны досыпают новый грунт. Его подвозят самосвалами. Само собой, территорию очищают от строительного мусора. По предварительным расчетам, на весь комплекс работ потребуется порядка 4 дней.